Всем мое почтение, друзья. И сегодня, 28 июня 2022 года, Россия совершила новое преступление, обстреляв город Днепр и Днепропетровскую область. По сути, продолжается геноцид Украины. Хотел бы выразить всем тем, кто пострадал. Еще пока неизвестно о убитых, но если таковые есть, Царство Небесное им. А всем пострадавшим, раненым, хотел бы пожелать скорейшего выздоровления. Я считаю, что Путин не остановится сам. Никогда он не пойдет на мирное урегулирование этой войны. Никогда он не остановится, пока мир и Украина, и вооруженные силы Украины не дадут ему по зубам. А по зубам уже надо было дать ему давно. Нам нужно было ему надавать уже по зубам еще тогда, до 26-го, до 24 февраля, еще в 2014 году, если бы это путинское отродье получило по зубам, вот этих трагедий бы сейчас не было. А так мы вчера Кременчуг, сегодня Днепр, Харьков, Одесса, Николаев, все люди страдают из одного какого-то, ну даже трудно его назвать человеком, выродка.